Алексей! Как настоящий чемпион. Так, у нас есть, да, один еще парень. Итак, кто проиграл? Ребята, пожалуйста, отходим в сторону. Кто у нас выиграл, остаемся здесь. Да, кто выиграл из пары, проходим сюда. Итак, далее еще две пары. Чуть не сказал Петушков. Еще две пары бойцов. Еще две пары бойцов. Пожалуйста, проходим в центр зала. Чудес! Итак, ребята, что? Есть, да? Две пары. Итак, приготовились, взяли ножки и поехали! Болей, болельщики! Так, не мешайте друг другу! Есть у нас один, есть победитель. Проигравший туда, победили остается. Ребята, не мешаем. Стас, спой на него, спой! Есть! Стас! Все, проиграл! Стас проиграл, у нас есть победитель. Проходи, пожалуйста, сюда. Далее, друзья, кто еще у нас остался? Итак, ребята. Раз. Два. Кто? Виталик, у тебя тоже есть. Вот еще. Три и четыре. Виталик, пока стой там. Итак, у нас есть две пары. Посмотри, какой. Поменяйся с ним местами лучше. Итак, ладно, он не боится. Поехали! Взяли ноги. Берем, да, берем ноги и поехали, друзья, вперед. Есть, один отлетел, и второй тоже. Все, победители. Вперед, друзья. Это доказывает, что в этом состязании не главная сила, а главное умение и ловкость. Дальше, следующие две пары. Итак, Виталий, и вот еще у нас есть парень, и вот еще двое. Да, ребят, проходите. Напротив друг друга. Да, вот ваш соперник, а вот ваш соперник. Да, давайте поменяемся. Виталик, так, я за тебя переживаю. Давай. Итак, взяли ноги. Поехали! Есть, один упал, и еще два парня у нас. Что-то. Есть! Они как-то одновременно, друзья, я не понял, кто был первый. Кто выиграл? Вот, да, парень выиграл. Все, выигравший сюда у нас проходит. Еще у нас есть участники, кто не участвовал, у кого есть билетики? Нету, да? Есть один? Ты сам собой будешь? Парень со мной. Итак, есть у нас его соперник или нет? Володя, тот человек, который вышел, я бы не мог понять, они одновременно упали. Пусть он. Да, давайте вот, который, да, вот, пойдемте. Да, вы одновременно как-то ноги опустили. А, ну здесь как-то у нас нечестно, вот, напротив вот парня становитесь. Вот ваш соперник. И, дорогие друзья, кто нашел телефон у главного входа? Не бойся. За небольшое вознаграждение. Кто нашел, пожалуйста, подойдите сюда к нам, к операторам. Кто нашел телефон, пожалуйста, подойдите сюда и просто порадуйте. Спасибо. Итак, а мы продолжаем наше состязание. Последняя пара. Ты не бойся, весь зал тебя поддерживает. Друзья, поддерживай, давайте, парня. Он просто в три раза меньше. Уж более разные весовые категории. Три, четыре. Взяли ноги и поехали. Ой, не убегай. Смотрите, маленький сопротивляется. Обратно! Все, стой! Ну что ж ты с ребеночком так? Чуть не пишу. Итак, все, отходи, а ты, пожалуйста, у нас к числу победителей проходи. Дальше, что мы проводим дальше среди победителей? Кумом, друзья! По парам разбиваемся, одна пара. Первые двое, кто у нас были? Первые два победителя. Лешенька и вот еще у нас есть Пэтмен. А, да, вот у нас есть парень. Пойдемте. Итак, друзья, у нас четвертьфинал нашего супер титульного поединка «Петушиные бои». Итак, взяли за ноги и раз, два, три, поехали! Есть, все, есть, у нас Алексей победил. Проигравший, пожалуйста, отходим сюда, в сторонку. Леша, вот сюда, да. Итак, еще двое, друзья, еще двое. Да, давайте, вот есть у нас пара. И
Ребята, пожали руки, взяли за ноги и поехали! Сам себя свалил. Молодец, посмотрим. Так, Бэтмен, проходи, пожалуйста, вот становись к Лёше. Еще двое. Пойдем вот там, к Алексею, так, помните. Так, у нас есть еще двое. Итак, взяли ноги. 3-4, поехали! И боятся оба, боятся. Не бойтесь, ребят! Да. Очень жестокий вид спорта. Все, допрыгался, как говорится. Допрыгался наш участник один. Он у нас уходит, а ты у нас остаешься. Итак, далее. Давайте, у нас три осталось, давайте все втроем. Все, втроем, у нас три, вот, друзья. Но это статья, конечно, когда трое мужиков вместе будут играть петушиные бои. Но тем не менее, давайте пробовать. Итак, взяли за ноги. И раз, два, три, поехали! Не все убегают, друзья. Вот это мне... Теннис! Играем в среднюю. Убегайте! Здесь стратегия такова. Нужно постоять в стороне. И раз! Аккуратно. Есть один. И все, друзья. Сила и здоровье вас поделало в этом комплексе. У нас есть еще один полуфиналист. Раз, два, три, четыре, да? Все, ребята, двое, еще раз. Потом, хорошо. Теперь...